Наш город особенно хорош в эти летние дни. Манит прохлада деревьев, радует глаз разноцветие клумб. Коммунальники, да и многие пинчане постарались сделать все, чтобы Пинск полностью оправдал свое звание некоронованной столицы Полесья. Привлекательными не только для пинчан, но и для многочисленных туристов стали и летние торговые площадки, такие эксклюзивные мини-кафе, которые создают особый уют улицам и площадям древнего города. Все больше и больше летних площадок открывается на территории города. Если говорить о количестве их, то это более 50. Летние кафе рассредоточены по всему городу, но большая часть расположилась на Пинской пешеходке, где так любят гулять пинчане и гости города. Даже действующие летние площадки в этом году расширяются, чтобы было больше посадочных мест, чтобы еще больше удобства было нашим жителям. Покупателям предлагается широкий ассортимент продукции общественного питания, собственного производства, мороженого, соков, безалкогольных напитков с соблюдением всех санитарных норм и правил. Это лето подарит пинчанам и гостям города новые торговые объекты, что добавит колорита в гастрономическую карту столицы Полесья. Вот по улице Ленина до конца месяца мы ожидаем, что еще 3 кафе у нас откроются. Когда к нам приходят новые субъекты хозяйствования открывать объекты общественного питания, мы, конечно, просим их, чтобы они в свое меню включали нашу белорусскую традиционную национальную кухню. Многие из них соглашаются. Так что работникам торговли будет чем удивлять и привлекать пинчан, которые прекрасно проведут время на нашей знаменитой пешеходке.